Я вижу зеленый свет. Беги, миньончик, беги. А, да ну не меня, ну блин. Дима лох. Да потому что я поддался специально, чтобы вы поняли, что конечно. Легко выживать. Ой, на самом деле, нифига не легко. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, Кирилл Геймер, Фрэнка, Секрет Угабуга, Думыч, ОЛТВ. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Здорово. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем убегать от Бенди на очень классной и, кстати, новой карте. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Для начала поставил два NPC, посмотрим, насколько они нас будут мощно валить. Если будет очень тяжело нам, я поставлю еще больше, чтобы было еще тяжелее. Так что, давайте, готовьтесь. А сюда выйти нельзя. Согласен, хорошо, я... Ой, подождите, надо же далеко отбежать, я боюсь их включать здесь. А тут две хорошо. Ну все, я включаю их. Все, пошло. Да не меня! Кто смог кинул? Он потом убежал. Я знаю, что, за мной реально бежит? А нет, оторвался я вроде бы. Саня, ты оказывается... Ну, короче, где он? Забежал и вот за тобой побежал. Ай, ну хоть слежку кинь, ну кинь. Я вижу зеленый свет. Беги, миньончик, беги. А, да ну не меня, ну блин. Дима лох. Да потому что я поддался специально, чтобы вы поняли, что легко выживать. На самом деле, нифига не легко, что будет, ребята, очень сложно. Я ставлю еще. Даже если я сейчас умру сразу... Я знаю, что они потом будут пацанов жестко мочить. И чё, статик это какой-то неадекватный. Вот такой с топором, ребята, там с топором челик бежит. Да ну нет. Да хорошо. Это, ребята, все у нас пробное. Сейчас будет намного тяжелее. Я знаю, что будет мясо. ЛТВ слезает, так тут честно. А он не может здесь пройти? Не-не-не. Хорошо, он большой, да? Надеюсь, а что это за хэдкраб? А что, был такой хэдкраб похожий? Да. Ой. Гусанёк, прощай, еще дымовуху кинули. Красава. Не, чтобы этот, как-то красиво выживать, они сами себе все портят. Так, там мы выйти не можем, здесь мы сейчас все сольемся. Они за мной, вот, стоит игрок здесь, давай за ним. Мочи его, да не меня, блин, ты на неадекватный, что ли? А сейчас убьет этого игрока. Это дурак, зачем? Ого, они там хотят убить. Давайте кто-то из нас будет выживать за настоящего NPC-шку. Все, прячемся в смоку. О, привет, ты тоже здесь сидишь? Но мне кажется, здесь глупо сидеть, если он придет сюда, он тебя замочит просто, ты не выйдешь с комнаты. Не замочит, не бойся, не а я лучше буду круги наворачивать. А кто там идет? Кого он взял, ребята? Он с топором взял. Топориста. Это Сэмми. Бежим, бежим, Саня, беги, хвостик. О, тут убери. Еще первый этаж есть. Ой, я нашел место, где можно выживать. А, нет, здесь не повыживать. Зато его можно обмануть здесь и убежать. Ё-моё, здесь столько нычек офигенных. Ребята, карта крутецкая просто. О, привет, Дима. Все, ребята, тут можно, короче, его обмануть. Как ты хитрый жук. Можно сделать вот так, кинуть смоук в комнату и все, которую маленькую. А он на расстоянии бегает, он может просто махать и убить тебя. Ну, насколько я вижу, он еще никого не убил. Все, я тут... Он слабенький. А нет, там просто есть классные персонажи, есть кто с автоматом, баба. Я знаю, кого взять надо, чтобы всех убить. Беги, Дима, он там. Да никого нету здесь. Вот, кто-то игрушку жмякает. Закрыли, откройте. Вот. Все, спасибо. Идет. Ой. Я помогаю убийце немножко. Нет. Я просто, я не могу. Блин. Просто читер. Так. Беги, беги за мной. Хорошо. Молодец, а так, сюда. Еще никого не убил? Ничего никого не убил. Серьезно? А он все, он стоит, не пускать меня. Ребята, как же мне сейчас обмануть Сэмми? Опа, по башке я получил. А ну все, я его опять обманул. Надо было с автоматом брать. Это немножко тупой Сэмми. А че, за угол круглого дома забежал и все. А я знаю, кого взять, чтобы убить всех. Не может убить меня никак, гоняется и никак. Ну что, никак, да, не можешь? Хорош. Будем круги наматывать. А, у него еще, знаете, в чем прикол? У него удар идет с задержкой. Ему разве что найти комнату, где кто-то сидит, и замочить их. Но он двери не умеет открывать.
что он делает? Поэтому, ребята, вы когда сидите в комнате, вы читерите, он же двери не откроет. Ладно. А я тут читера нашел. Надо, наверное, удалять двери здесь на карте. Удалить. Умочи меня, давай, я тебе помогу. Раз ты не можешь, замочи меня, я буду с тобой воевать. Слишком... Ну ладно, давай. А что, если вы все морозитесь, я сейчас покажу, как надо воевать. Сейчас Фредди станет очень мощным монстром. Так. Ну все, ребят. Я вышел на охоту. Срати! Срати! Кстати, слева внизу табличка по управлению. Ну я ему зачем тогда сделал? Я нажал не на ту кнопку. Так, ребята, я разозлился. Ой, привет. Соня. Кстати, хорошо, прицельчик есть у меня. Дим, ты меня не убьешь. Тебе так кажется. Иди ко мне, ЛТБ. Да конечно. Саня, вот ходи. Ай, твою мисс. Попал? Откройте. Перезарядился. Мочи его! Отвали от меня! Открой! Блин, тяжело попадать. А что ты хотел, Дим? Я тебе помог. Ты задрал, стреляй. Две же пулемет. Да и где он? Я его не видел, куда он побежал. Привет. Вот он, давай, стой тут. Все, давай, я, короче, стою на входе, а ты его мочи. Есть! Мы замочили, ребята, еще одного. Так, теперь у нас уже трое. Сейчас уже, ребята, самый интерес пошел. Это смак. Два мощных монстра, которые готовы всех крушить. Ой, смотрите, как у него прикольный цвет лампы идет. А, я понял, какой-то цвет. С автомата вообще классно играть. Автоматчица это вообще мощная. Читерная это вы, потому что вы прячетесь постоянно. Нет, я не понимаю. А я знаю, почему взял читер эту? Потому что гусенек на балке залазит. Как я его достал? А с автомата загашу его сразу. А, ну понятно, сейчас Сань. Ну да, это из-за него я взял. Ну, а ну можно эти доски разбить? Сейчас мы перезарядимся, отойдем. Темновато здесь, конечно. Да, балки нельзя разбивать. Давайте мы уже перезарядимся сейчас. Меня хоть найдите сначала, а потом... А, ты ныкаешься? Делал? Ребята, мы его найдем. 100% мы его найдем и замочим. Ну, как цикло, ты знаешь, как сидит? Да, ЛТВ, рассказывай. А кто это у нас тут невидимый бегает? Отстань, стой, подожди, давай договоримся. Стой, нет, мы не должны так... Мочи его, ты никакой там договариваться, его убить надо. Мы всех должны убить, ребята, всех. Да если что, нет. Кстати, кто останется последним выжившим, будет победителем. Это я. А кто там не... А, кстати, невидимку взял? Так это нечестно. Я думал, невидимку взял Бенди. Кто за Бенди играет? Стой. Все, давай, я тут стою. Здорово, секрет. Отстань, стой, не надо. Уйди, пожалуйста, не туда. Куда ты ушел? Я его не выпущу. Стой, я вижу. Ну нет. Мочи его. Все. Убил? Отлично, ребята, классно. Еще один монстр у нас появился. Нашей мощной команде. Это что, 4 на 4 теперь у нас? Да. По секрету. О, может, когда останется последний выживший, сможет оружие использовать, чтобы было интереснее? Да. О, вы же тут предметов понаходили, уже светится здесь на карте куча всяких предметов. Так, значит что, где-то гусанек прячется, но двери мы открывать не можем, значит он где-то за дверью сидит. Знаю, гусанька он всегда будет читерить немножко, не по-честному играть. Даш, ты меня убил. А как ты меня через стенку убил? Я Кирилл. А ибо нефиг. Да, вот именно. Так, что, уже 5 человек нас? Я сейчас легко найду его, Саню. А гусанек что, сильно зашкерился, как вы думаете? Да, очень. Я не могу сюда пройти, ну вот. Оба-на, привет. Ешьте меня. Ну там еще один кто-то есть? А ты же умер, Алушка. Там еще, где темно, там много прятаются, очень много. А, он, наверное, в темноте сидит. Хорошо, давайте в темноту будем идти. Только я не знаю, где это. Тут много. Я знаю, я нашел. Карта, ребята, очень большая, поэтому сложновато нам немножко. Ни один тут никого нет. Вот. Никого нет. А кто жив? Я. А давайте реально перекличку, кто жив? Ну, секрет он читерил. Да, не читерил. Секрет, Кирилл Геймер и я. Трое. Я видел твою геймерку. Давай. От стенки. А блин, я никого не могу найти. Во! Ой, пока. Дима, пока, нет, пока, Дима. Я не того убил. Стоять! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, перезарядка вонючая. Я не могу что-то идти, когда перезаряжаюсь, у меня анимация застапоривается. Дим, я его могу один убить, потому что да. А, блин, нет, он... Как вы думаете, а где он? Я тут буду стоять, Дим, я тут буду стоять. Я буду ждать его. А сейчас я иду за ним.
Я попал по нему, попал. О, еще одна пулеметчица, отлично. Все, убили, убили. Я убил его. Ну что, мы сегодня с пулеметами всех наказываем, как положено. Так, давайте еще кого-то найдем. На! Я последний. Уфил шмерть слился. Секрет. Ой, Гусоняк, ты что, победитель получается? Да. Ну ты знал, что, конечно, как это делать, где заныкаться. Да. Ну давай ты там можешь использовать оружие какое-то. Я хочу пока вот я возьму кое-какое прекрасное. Только ты же давай за дверью не ныкайся, мы же дверь открывать не можем. Не, я за дверью не ныкаюсь. А если ты где-то ушел, где двери там были на проходе, то как мы тебя найдем? Я вообще не там, где двери. Вообще. А где ты? Ты хоть на карте? Я на карте. Смотрите, сколько нас тут монстров, и все хотят гусянька убить. А, вы же учитываете, у него маленький скин, это же гусенечек. Но он у меня очень светлый. Маленький гусенок. Давайте искать, это за партами, может он где-то сидеть или еще где-то. Понимаю. Школьник спрятался. Мне кажется, гусенек этот сольется быстрее всех. Ой, а тут дверь закрыта. Нет, дверь не закрыта. Я слышу, кто-то ходит. А-а-а! Это кто тут? Блин, нельзя дверь разломать. Почему как будто шаги везти? А в этом есть прикол. Блин, такие прикольные звуки монстры издают. Мы идем. Ребята, мы идем сейчас всех наказывать будем. Мы ж психи или кто мы? Мы психи. Ну и все, психи вышли на охоту. Только я хожу здесь туда-сюда, найти его не могу. А где он? Я не понимаю. Блин, а как же двери нам открывать? Смотрите, подсказка. Генератор, где генератор убегает? Я убил его. Так быстро? Ребята, давайте сейчас сделаем выживание, когда я буду один выживший, а вы все против меня. Окей. Ну, это будет неправда. Это будет легко. Ну давайте берите монстров. Ребята, сейчас будет очень классный раунд, потому что я буду один против семерых мощных монстров. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Я улечу. Так, где же я Ой, улечу? Ой, я Бенди сломал случайно. А, мне ж нельзя за двери заходить. Потому что я тогда не смогу никак. Ну да, но Дима сказал, что насчет лампы, я так подумал. Пацаны, я готов, давайте. Все, мы вышли за тобой. Все, ребята, сейчас будет очень жесткая битва. Включим себе ночной режим. Да, я понял, где он, А что, ты сразу понял, где я, да? Да. Ой, я возьму себе оружие, чтобы мочить их. Я понял, Дим, ты где-то. Так, монетка не подойдет, потому что она в узких пространствах не работает. Я тут нету. О, я знаю, где надо взять. Какую надо мне оружку взять. Во! Я тут тоже нету. Где тут? Я его слышал. Я его нашел. Отвали, ты от меня, ну блин, я хочу выжить. Ребята, ну что, пошла битва. Эй, ты чего стреляешь по мне? Так. Дайте, отключаем ночной режим, потому что он меня немножко путает. Убегает. Да я не убегаю, у него уже 50 хп. Пойди. Мы его заблокируем. Ну, лисы. А, блин, убили скримером. А тут что, скример был, оказывается? Блин, это было жестко, ребята. Я возродиться не могу, представляете? Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем мега взрыв, как всегда. Пока.